Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Андреа Бруно, я итальянец по национальности. Сейчас я нахожусь в Крыму, как вы видите, вот это наша бывшая военная база. И я как итальянец из Крыма, что я могу вам сказать? Крым – это наша родина. Как вы все знаете, наверное, здесь вот эта земля принадлежит о венецианской. И венецианский продал вот эту землю о генуэзской из Генуа, из города Генуа. И еще вот эта земля, это наша. У нас есть все документально, что вот эта земля, это наша. Что я могу сказать сейчас у вас, украинцы? Освободите нашу землю, идите домой, у каждому о свою родину. Я уже дал о моей войска сейчас указ, и мы сейчас ловим вас. И либо мы даем вам сейчас 24 часа и освободите эту землю. У нас русские помогают, уже работают наша служба, контрразведка служба, уже работает очень интенсивно этом. Мы слушаем ваш разговор по телефону. Наши люди уже оккупировали все гражданство, радиотехника, мы слушаем все ваши разговоры, и мы знаем даже вы где находитесь. Наша аппаратура через спутник знает вы где вы спрятали. Просто я считаю, что есть такая правила. У каждого должен жить спокойно, в мире, правильно должен быть жить в своем доме. Это просто, вы считаете здесь хозяина, это земля, но даже вы, если вы хотите вот эту землю, вы должны забрать с военным силой, как сделали русские. Здесь эта земля итальянская принадлежит сейчас у русских, потому что они захватили с военным силой. И сейчас они имеют полное право поставить здесь свои власти и свои администрации. Мы, итальянцы из Крыма, мы будем помогать этим людям, потому что мы верим в эти люди. Мы здесь три раз мы голосовали об этом, уже попросили здесь полную автономию. Вы у нас из Киева не хотели отдать автономию, но мы, скажем так, вот эта автономия мы сами возьмем. Окей, чао, cari amici, vi saluto tutti. Questa è stata la rappresentanza italiana a Kiev di questa terra. Еще хотели еще добавить так еще несколько слов. Мы здесь, на этом земле, мы уже живем 2000 лет. Подумайте об этом. А вы здесь пришли только 20 лет, и здесь даже у вас мы не видим у вас. Мало, редко. Окей. Хорошо. Чао тутти, arrivederci. Чао.